Аким Курдайского района Маден Мусаев вместе с первым заместителем председателя районного филиала партии «Нур-Отан» Мырзагали Кузербаевым посетил несколько населенных пунктов. В ходе визита глава района проинспектировал работу социально значимых объектов, ознакомился с посевными площадями, встретился с жителями. Сначала глава района ознакомился с состоянием отопительной системы в нескольких школах. Поручил ответственным специалистам срочно устранить пробелы в этом вопросе. Обойдя вместе с директорами школ, учебные заведения, поинтересовался здоровьем учеников. В ходе поездки он также посетил прививочный пункт села Кайнар. Поинтересовался ходом вакцинации. Далее глава района посетил поля ТО «Благовещенка». Ознакомился с ходом уборочной кампании и посетил молочно-товарную фирма ТОО «Кахпатас Хордай». Руководитель товарищества Дюсихан Кушалиев ознакомил с ходом работы. После этого аким района выслушал ряд предложений и пожеланий со стороны жителей села, обратившись к местным сельчанам с вопросами о жизни и благосостоянии населения. К примеру, биткайнарцы подняли вопрос об отсутствии дома культуры в селе и ремонте дорог. Аким района также посетил недавно построенный современный спортивный комплекс и побывал на тренировках юных спортсменов.